Сидел я, значит, никого не трогал, и тут мне раздается звонок, и одновременно приходит приглашение в команду. Ну, как вы понимаете... Да, привет, Бен. Я помню, как тебя зовут. Стоп, подожди, что-то я не понял. Чего, блин? А каким образом ты оказался в моем клубе? И он сразу же готово нажал. Чё-то я сейчас пока нифига не понимаю. А чё ты угораешь, скажи-ка мне, пожалуйста. Если что, у нас просто началась клубная лига, новый сезон. И вот сегодня получается первый день, а Бен просто взял и каким-то образом у меня в клубе оказался. Я его не приглашал, не звал сюда. Ну ладно, окей, давай сыграем. И походу мы сразу же должны тащить в этой игре. Ну ладно, я вообще на самом деле такого не планировал. Но давай, конечно же, постараемся здесь всех размотать и занять, конечно же, топ-1. Погнали, сразу будем всех выносить. Так, там Нита получается. Блин, зачем я вообще взял Тару? Я думал то, что мы сейчас пойдем в силовую лигу, а мы пошли просто в обычную клубную, там получается, в режим, где это... Короче, где не силовая лига, а просто где стандартная карта, которую все сразу же знают. Ну, ладно. Возможно, просто у него кубков из-за того, что мало, он просто не может еще в тот режим играть. Возможно, реально так и есть. Поэтому ничего, в принципе, страшного в этом не вижу. Но, блин, надо было тогда бравлера поменять. Я-то просто не знал то, что мы именно в этот режим играем. Окей, так, сейчас самое главное, чтобы меня Джесси не убила, а я ее забрал, и мы сразу же начинаем дамажить. Блин, надо было гаджет немного пораньше поставить. Что-то я сразу тупанул. Ой, меня еще и вынесли. Ну ладно, пока что мы идем ровненько с противоположной командой. Разница всего лишь на 1%. И это вообще, блин, какая-то фигня. И Бен меня начинает с самого начала бесить. Бен, ты вот вообще дурак, что ли, а? Ну, ладно, нет, так нет, я так, это больше вопрос риторический на самом деле был. Ну окей, так, меня сразу же, походу, сейчас опять вынесут. Да, ну пожалуйста. А, у нас еще и сейф сломали. Окей, это вообще какая-то фигня. Я думаю, то, что нужно, это, конечно же, исправлять. Получили всего лишь 2 кубка. Что вообще за фигня? Давай тогда бравлера другого возьму. Например, а кого бы взять, я не знаю. Бен, а как ты думаешь, может быть мне взять Брока? Нет. Ну ладно, а может быть Джесси? Нет. О, хорошо. Я, в принципе, как раз таки Джесси и хотел взять. Я просто знал, что он мне на первого бравлера ответит нет, поэтому сразу же изначально сказал Брока. Но если что, я был готов и на Броке играть. Он так-то тоже капец какой имбовый. А катка у нас сразу же начинается. И против нас Мортис, Фэнк и Байрон. Я думаю то, что эта катка будет изичная. Кстати, а чё он режим-то опять не поменял? Походу, он у него реально все-таки заблокирован. Но тогда каким образом он оказался в моем клубе? У меня все-таки вопрос остается открытый. Потому что если у него мало кубков, тогда он в мой клуб вступить чисто теоретически не мог. Потому что у меня вступление в клуб от 25 косарей. Бен, ты чё, читер, что ли? Нет. А-а-а. Ну ладно, будем знать. Чё вообще за фигня? Как это все происходит? У нас тут Мортис стоит, вообще наш сейф ломает. Ты чё, дурак, что ли? Ну-ка иди отсюда. Ага, офонаревший такой. Ладно, полетели сразу же к сейфу. Будем их сразу разматывать. Ой-ой, Фэнк, иди нафиг отсюда. Ты чё, офонарел, что ли, там? Так, он промазал, я сразу же закидываю ультецкий. Гаджет поставить не успел. Блин, ну ладно. В принципе, сейф, я думаю, и так должен сломаться. А у нас что-то Бен, на самом деле, как-то вообще нифига не справляется. Погоди, стоп. Он же играл за Гавса. А зачем он сейчас кольта взял? Чё-то я этот момент тоже как-то немного пропустил. Он же вообще Бен, он же собака. С какого фига он за кольта-то играет? Чё? Ну ладно, совпадение, я не думаю. Вот в этот раз я стал звездным игроком, и катку мы, конечно же, затащили. Бен, возьми, пожалуйста, силовой матч. А, нельзя предложить события. События доступны не всем игрокам. Окей, так мы и поняли. Давай тогда сразу же... А я что, сюда не заходил, что ли? Ну ладно. У нас пока что клуб на первом месте, и я думаю то, что мы должны по-любому первое место занять, потому что ты просто посмотри, какой у нас чувак. Мы играем вместе с Беном. Правда, конечно, играем не в силовом матче, потому что там бы давали намного больше кубков. Ну ладно, в принципе, и так будем, конечно же, тащить. Самое главное, только не слиться. О, Спраут, ты что, нифига себе. Там Спраут со Скинчанским играет с таким мутом. Ой-ой-ой, Бул. Блин, Була я все-таки не смог вынести. А вот Бен, в принципе, смотри, так-то Бен нормально тащит. Что-то я в первых двух катках как-то на это особо внимания не обращал. Посмотри вот плиз за игрой Бена. И вообще, оцени ее по 10-бальной шкале. Как ты думаешь, Бен нормально играет вообще или нет? Стоит ли в следующий раз играть вместе с ним? Так-то, в принципе, пока что вроде хорошо отыгрывает. Окей, гаджет мы сразу же закидываем. Все у нас идет хорошо. И у них уже остается меньше половины процентов от хпшки. От сейфа, точнее. Ну, короче, ты понял. Просто берем и дамажим сейф. И, походу, это будет изи победа. Остается всего лишь последняя тычка. Ладно, еще одна. Все, мы наконец-то справились с этим сейфом.
там. Кстати, погоди, у меня же вроде на этом аккаунте еще ящики должны были быть. Точняк, я же играю на своем основном аккаунте. Я про это совсем забыл. Три катки мы уже сыграли, и у нас остается последняя заключительная катка. Ну а я пока что просто возьму и пооткрываю несколько ящиков. Я думаю, что это хорошая идея. Бен, можно я открою этот большой ящик? Yes. Спасибо. А мне ничего не выпало. Бен, а давай ты сделаешь так, чтобы мне из следующего ящика выпал какой-нибудь гаджет новенький. Давай? Yes. Давай. Надеюсь, то, что ты меня... Два предмета. Ты что, дурак, что ли? Прикольно, конечно. Бен, а это что за скама от тебя? Я не понял. Окей, давай тогда заберем очки силы. Давай выберем в кого, а нам как раз в этом поможет Бен. Бен, подскажи мне, пожалуйста, в кого мне забрать эти очки силы? Может быть, забрать их в Ниту? No. Ладно, нет, так нет. Может быть, тогда прокачать какого-нибудь Сту? No. Тоже нет. А кого тогда? А, я понял. Может быть, прокачаем генерала Гавса? Yes. Почему я сразу про него не подумал? Бен же собака. Бен, если что, без обид вообще. И вот, надо было просто взять и Гавса сразу же прокачивать. А мне снаряжение выпало. Бен, а ты что, дурак? А какое мне нафиг снаряжение? А, ну ладно, у меня еще есть мегаящик. Бен, можно я его открою? No. А можно я его хотя бы попозже открою? Yes. Спасибо. Видимо, нужно просто еще одну катку сыграть и после этого уже открыть ее вместе с Беном. А сейчас у меня почему-то запрещает. Ну ладно, тогда открою большие ящики. Даже спрашивать у него не буду, потому что пошел он вообще нафиг. Ой, Бен, да не обижайся, все нормально на самом деле. Давай лучше просто возьмем и последнюю катку затащим. А его что-то там бомбило, походу, немного. А меня интересует еще один очень важный вопрос. Бен, как ты думаешь, зрители уже поставили лайк на это видео? No. Нет, вот и мне кажется, что не поставили. Вот если ты сейчас сидишь и лайк не поставил, Бен, вот они сейчас лайки поставят? Yes. Вот, так что давай, ты сам все слышал, Бен сказал, что поставите, поставь, пожалуйста, лайк, тебе что, сложно, что ли? Сам понимаю, что лайк нужно поставить, а на канал сейчас подпишутся все-все-все зрители, правильно, Бен? Yes. Ты сам все слышал, просто подпишись, пожалуйста, потому что нам сказал Бен, что вы подпишетесь. Я думаю, то, что нельзя делать так, чтобы Бен обманывал, поэтому давай, на канал обязательно подпишись, а мы полетели в последнюю катку. Бен, мы сейчас выиграем? Yes. Конечно, выиграем, потому что мы сливаться по-любому не должны. В нашем клубе играют одни только профессионалы, которые занимают только топ-1. Погнали сразу же всех выносить, я думаю, то, что мы сейф сломаем просто за один раз. Mm. А, нет? Ну ладно, Бен, а за два раза сломаем? Yes. Хорошо, я тебя понял. Тогда за два раза будем ломать сейф. Ну, видимо, Бен просто реально знает больше нас. Окей, я, в принципе, с ним даже соревноваться не буду. Ульту, конечно, я закинул, но что-то это было немножечко зря. Окей, мы снесли уже 30%, это вообще просто капец как много. Блин, кстати, у Фэнга вроде бы был новый гаджет, нифига себе, конечно, он крутой. У меня вот из новых гаджетов вообще еще ни одного не выпало, я не понимаю, почему они мне не дропаются. Бен, а вот сейчас я ящик этот сейф у них сломаю? No. Да в смысле нет, ты же сказал со второго раза, я вот уже второй раз к сейфу подхожу. Ладно, надеюсь, то, что Бен все-таки меня обманывает. И я реально сейчас возьму и ящик, конечно же, сломаю. Так, Эль Примкин, пошел нафиг отсюда. Ага. О, и берем сразу же, закидываем еще ульту. И, конечно же, становимся звездным игроком. Купик стал звездным игроком. Есть, я же говорил. Бен, не ты, я стал звездным игроком, понял? Да что ты урчишь-то? Не нравится, походу, ему. Окей, он там даже что-то печатает. А, он печатал то, что он угорал. И поугорал еще здесь. Нифига не понял, но очень интересно. Бен, сейчас я открою парочку таких больших ящиков. 25 монет. Мне выпадет опять снаряжение. Да ну что за фигня-то? Бен, короче, смотри, я открываю еще один ящик, а после этого я пойду и открою один мегабокс. Ты же не против? No. Вот, все, договорились. Мега ящик я прямо сейчас буду открывать. Ну, а из него мне выпадет, давай, 8 предметов. No. 7? No. Ну, хотя бы 6-то положишь. Yeah. Вот, 6 предметов мне... А, подожди, какие нафиг 6? Мне 7 надо! И угорает, смотри, жучара такой. Может, 7-то все-таки положишь? Yes. Ну, хотя бы на этом спасибо. Это, конечно, все равно может быть снаряжение, но я думаю, то, что это будет новенький гаджет. Yes. Вот, даже Бен сказал, что да. Поэтому мы что сейчас делаем? Вот у меня сейчас здесь появилась кнопка подписки, а здесь появился видосик. И на него же нужно нажать, Бен, правильно? Yes. Вот, Бен сказал, что на этот видосик нужно просто нажать. А я открываю мега ящик, и мне сразу же выпадает 7 предметов. Бен меня не обманывал. Только не снаряжение, только не снаряжение, только не снаряжение. Снаряжение. Очень смешно, Бен. Зато мне выпало 3 защиты вроде бы. Нифига себе. Это просто капец как много. А светящегося предмета с какого-то фига ни одного нету. Мне даже бонуса ни одного не положили. Ну, Бен, вот это что за скам такой? И как ты вообще это все сделал? Я вообще не понимаю. Очень смешно. Короче, давай мы с тобой договоримся, что ты просто возьмешь и на канал обязательно подпишешься. А Бен меня позвал еще в одну катку. И мы ее успешно слили.